Hello, ты на канале Марахплей, и мы продолжаем проходить Алису Макафи, какой-то режим, короче, Цикадел, Алиса, класс, супер, вообще, в натуре. Я еще заметил такую тему, что вот эти ботиночки, короче, они здесь не просто так, это то, куда она прыгнет, прикинь, я умнее вещи просто не видел, чтобы ты не промахнулся в прыжке, тебе, типа, делают такую возможность, что ты можешь прыгать как угодно. Так, еще раз, какая там мелодия была? Подожди, есть такое ощущение, как будто слишком растянуто. А, ну да, странно, кстати, что за разрешение-то такое? Нам что-то такое нужно разрешение. Так, отлично. Вот, все, мы вернулись с нашим замечательным разрешением. Так. Значит, получается, как будто бы вот так. Да, понял. Надо угадывать мелодию. Все замечательно, с этим готово. Откуда они прилетают? А, они типа меняют местами их. Ладно, короче, пофиг. Главное, что мы прошли этот момент, это уже замечательно. Да, короче, куча испытаний, я понял. Это интересненько, это реально интересно. Настолько все просто. Просто нужно допрыгать. Я только чуть-чуть потише сделаю, мне кажется, немножко громковато, как будто. Как-нибудь вот так, например. Так. Окей, я тебя понял. Мы становимся выше, мы можем вот на это перепрыгнуть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тихо. Перейти на эту. Теория, перейти, наверное, на эту. На вот эту. Так, все, понял, на то можно перейти. На эту. На эту. И по идее с этой... Чё? Чего? Я так высоко не допрыгнул. А, нет, допрыгнул, надо же с первого раза. Я все пропустил. Ну вот нафиг я спрыгнул. Только не говори, что все сначала. А, подняться можно, отлично. Так, отлично. Хорошечно. Так, тут какой-то прикол с дверьми. Немножечко непонятно какой, но сейчас разберемся. Так, 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 так. Нам нужны хпшечки. Ну что это за тема? Взять уже нельзя. Отлично, я пропустил, как-то там мешал там двери, поэтому не знаю, какую дверь нам нужно зайти. Ну давай наугад. Ну, конечно, можно, в принципе, зацейвиться и сделать-то поумнее. Так, давай на какой-нибудь на пустой. Здесь раз она поменялась, и она осталась на месте, и она перепрыгнула туда, и она перепрыгнула обратно сюда. Типа я угадываю каждый раз? Здесь. Так, раз она перепрыгнула на месте, туда и сюда. Это я типа не ту угадываю, что ли? Нет. Ясно. Так, они меняются. И это сейчас перепрыгнет сюда.
Если после этой будет меняться, значит, скорее всего, та. Ясно. Так, раз. Шли сюда. И сначала начали. Раз и два. Ну, в теории, значит, надо сделать три атак. Раз. Все ясно, короче, все стало мне ясно, все стало мне ясно, все сразу стало мне понятно. Значит, смотри, короче. Значит, открываем вот эту. И они сейчас меняются в своем вот этом порядке дурацком. Раз, раз. Раз, два. Она на месте прыгала, поменялась сюда. И в итоге здесь сейчас это будет находиться. И в теории вот сюда мы должны зайти. Да. Чувствуешь класс? Я чувствую класс. Почему я по тебе не попадаю? Лови. Блинский. Попал, молодец. Эй, пацан, сюда иди. Сюда иди, говорю. Что происходит? А, ясно, мне типа в окно. Это было как-то достаточно просто, на самом деле. Чуп. Чуп. Отлично. Я вижу, что там восстановить что-то можно прям, но типа смысл мне... У меня сейчас пока что вот смысла никакого нет. И что ты хочешь? Чтобы попасть в мучилище, нужно спрыгнуть с крыши. Или с чего-нибудь еще. Ну вот, отлично, я попал. Мучилище. А, вот дети, ребята. Я хотел освободить тебя вообще-то. А. Френология, страх. Ага, окей. Здорово, ребзя. Лови. О, там какой-то посох. Я хочу посох. Я хочу посох. Хочу посох я. В смысле не допрыгиваешь? А, ясно, ладно, хорошо, я понял тебя. Я тебя понял, не кричи. Значит, в теории мы спрыгиваем сюда. Здесь проходим ловко. И вот так раз. Отгадай загадку. Когда молоток для крокета похож на электрошокер? Ответ очевиден. Когда тебе Приколдес. Вот это закидать, конечно, можно. Тут заспамить просто знатно. Так, окей. И он еще электричеством бьет. Ну, то есть он сильнее, короче, чем мой обычный ножик. Это хорошо. Это хорошо. Так. Ну, просто какую дверь нам надо? Ловите. Да ладно, а как он ударил-то? Я даже и подойти ко мне не успел-то. Так, эти двери закрыты. Еще вот эти есть двери, в теории. Да, блин, тут в любую сторону есть двери, да? А, во, здорово. Происходит. Вам не кажется, что мы обо всем этом не договаривались? Не надо колкости. Я признаю, моя память уже не та, что прежде, но я пытаюсь исправить положение. И в библиотеке книги странных вещей есть рецепт нужного зелья. Найди его. О нет, беги. Куда бежать-то? Ау. Ой-ой, нифига, он их на мясо раскидывает. Может, мы можем их освободить как-то, не? Освободитесь. Вообще ему мозг открыли, ты посмотри.
Ты сам себя отбил? А, он распадается на несколько кусков, ясно, ладно. Хорошо, этого мы нашли, так и быть. Ну, я не удивлен, что у меня свои ходы есть. Иначе бы он просто по-другому не прошел. Так. Я понял, там еще там есть дверь. А, интересно, тебя удалять нельзя? Не. Ладно, хорошо. Сейчас сходим наверх. К тем ребятам, которых я вот тут освободил. А, это и есть библиотека. Подожди, а внизу тогда что? Там тоже был проход. Я четко знаю. Ага, он закрыт. Все. Мне все понятно, куда нам сразу идти. Прикол. Мне интересно просто, когда разработчики создавали эту игру, просто что они курили? Что с ними было? Как это происходило? Ну, здорово. Это, короче, лабиринт, ясно. Лови. Дай хапашки. Короче, оно неудобное, оно очень долго стреляет. И вообще только нож, по-моему, их с первого удара убивает. Ничего себе красота. Блин, ну вот я говорю, то что в старых играх, конечно... Ой, что это такое? Чтобы ее забрать, надо, видимо... Подняться наверх, ясно. На подъем, скорее всего, где-то здесь, да? А, я думал то, что, короче, типа там, знаешь, ее не видно, но она будет потом видна, когда ты будешь подниматься. Так, здорово, кто-нибудь есть? Вижу. Твой путь лежит по ступеням знания. Они круты. Не перескакивай через них. Тут помощь, мне нравится. Так, книга. Здорово. Ну, это, конечно, эффективно и офигенно, но очень затратное в плане энергии. Ну, правда, можно и дождаться, пока восстановится энергия, нормально. И что ты хочешь? Вот что ты хочешь? На. Стой. Где мой ножик? Лови Ножецкого. Просто ножа он реально с первого удара их делает. Лови Ножецкого. И последний остался. Где мой Ножецкий? Лови Ножецкого. Отлично. Блин, эти игры, нож имба. Нож прям имба. Особенно если он попадает в цель. На. Тут, конечно, кровище. Так, окей, подняться-то я могу по книгам, понятно. Это-то я всёк. Книженце. Что за книги я собираю? Почему они летают? Что происходит вообще? А, видимо, с той стороны книга одна была. Здесь никого нет? Нет, есть. Лови Ножецкого. Да блин, скид, я сказал лови. Мы так не играем вообще-то. А ты чего от меня бежишь? Так, ладно, это было очень не очень. Потому что мы разменялись, а я не хотел размениваться вообще-то с ним. Обсерватория. Так, мне туда пока нельзя. А, есть вопрос. Ага, точно, мне туда, все, понятно. Окей. И мне кажется, с игровым ножом гораздо, как бы это сказать, типа, гармоничнее лица смотрится. Поднимите, пожалуйста, меня. Спасибо большое. Книженца. Да понятно, что по книгам. Типа из знаний здесь я выложил путь. Это смешно. Так, ладно. Смотри, в чем прикол, короче, получается, что можно ноги
Подожди, а где ноги? Почему я не вижу ноги? Ну не так. Офигенно просто. Вот это спрыгнул просто. Просто божественно. Надо сказать, что геймдизайн на уровне реально прикольный. Мне нравится. Типа такое что-то в стиле Гарри Поттера, как будто бы. Здесь нет замка, но она не открывается. Приклеена, что ли? А как бы ты открывала шкатулку с секретом? Порой достаточно слегка нажать в нужном месте. Очень эффектно. Это, по-твоему, слегка? Хорошо, что я не предложил действовать силой. Ты бы ее в порошок стерла. Или что предлагают? Типа спрыгнуть туда, что ли, на книгу? Или что? А, нет, спуститься. Ну, я так понимаю, что скорее всего спуститься. Сахар, хрен, грибы и мак. Можно есть их просто так. Можно в зелье перегнать. И размером с крысу стать. Не люблю сладости. То есть мы наконец на новой локации. Я уже вижу хрена, который мне не нравится. Лови. Так, отлично, это готов. Этих мы можем ножом вынести. Да-да-да, беги сколько хочешь. Скорее сюда, она здесь. Скорее, скорее. Ладно, короче, знаешь, что, картишками будем их наносить, так будет проще. Хочу картишками на правую кнопку нажать. Нет, добави, короче, все ясно. Ясно. Так не получится. Так, ты стреляющий. У меня для тебя есть ножик вообще-то. Лови. Да блинский, вот это он везучий. Так, сюда нам не надо. Тут двери, интересно, открываются, не? Это я зря. Я тебе говорю, это я зря. Минус один. Минус. Да ну нет. Стой. Ну, кстати, реально карта самая кайфовая. Вот это тут дверей. Ой-ой-ой, это я зря. Вот это я очень зря. А, это типа лабиринт. Я куда-то вышел. Грибы. Забери грибы. Грибы забери, говорю тебе. Какая там умная в кавычках. Так, здесь ничего, ладно, хорошо, так и быть. Погнали в следующую комнату. Так, одно я что видел. Все, отлично. Вон вижу что-то какое-то, то, что нам надо. А зачем мне еще раз? Отгадай загадку. Когда молоток для крокета? Типа, короче, я понял. Если мы не собрали в одной локации, то мы можем собрать его в другой локации. Когда тебе угодно. Если тебя понял, откуда мы пришли. О, видимо, угадал.
Ну, я понял, оно мощнее гораздо. А грибы ты не хочешь взять? Нет? По тебе оно не надо, да? Пьет. Честно, так специально задумано то, что можно везде тут полазить. Ладно, пойдем дальше. Что за подлагивание? Ладно. Так, окей, следующая комната нас интересует. Постоянно будем идти, короче, в левую комнату и, скорее всего, попадем куда-нибудь, куда нам надо. Здесь мы уже были. Здесь прохода уже больше нет? Нет. Окей. Здесь мы уже были? Кажется, да, и проход там вперед. Или нет? Да, здесь мы уже были. То есть три комнаты, короче, тут зациклено. Сейчас проверим еще раз. А если обратно в это выйти? А. Все, мы во всех были, значит, можем выходить. Хорошо. И обратно попадаем сюда. Отлично. Забито, забито, забито. Кажется, я понял, в чем прикол. С одной из этих комнат мы должны попасть, выйти наверх, как будто бы. Типа, то есть мы делаем так. И обратно. И попадаем наверх, да. Все, я понял тебя. Вот этот ты мне хп-шек снял, конечно. Неприлично много, я бы сказал. Так, мы наверху. Но что это нам дает? Пока мест ничего. Здесь только не та дверь открытая. Откроется. Нет, она не открывается. Ладно, значит, есть еще один проход. Давай пока что будем с картишками гонять. С картишками как-то сподручнее. Так, значит, есть такой еще один проход. Сюда. И сюда. А. Только дик. Еще разочек. Что-то моя твоя не понимает, куда нам надо. А, там на первом этаже еще двери были. Так, подожди, с тех-то я пришел. Я вот сюда не зашел. Ну ничего страшного, выживешь. То, что она их откидывает картами. И можно в зажим играть. Так, окей. Значит, есть одна дверь. Есть вторая дверь. Ну пойдем направо сначала сходим. А, вот эти двери ведут сюда. А что здесь происходит? Ладно, видимо, нам сюда идти. Так, хпшечки мы, конечно же, зафига? Нафига сейчас-то? Тебе очень идет этот разгневанный вид. К несчастью, твои враги не смогут долго им любоваться. Вспышка ярости. Да, это понятно. И там проход, что ли, открывается? И? А, во. Окей, допустим. Ага. Пушечки, с вашего позволения-то я возьму, все-таки. Раз, два, и побежали. Ну, привет. В спортзале должно быть безопасно. Стражники спортом не занимаются. Им нельзя терять вес. Никогда не любила физкультуру. Надеюсь, мне не нужно надевать тренировочные штаны? Нет, тебе они не пойдут. Я вспомнил один из ингредиентов зелья. Грибы.
правда красивые. Это еще смешно, настолько, видимо, в детстве вот играл, что не помню вообще совершенно. Да восстанови ты нож, да. Где ты там? Где ты там кричишь на меня? Ладно, сейчас картишками его разрулим, все, оно. Здорово. Окей, куда это он попал? В этой комнате мы были? А, нет, не были, в смысле, то, что мы уже там всех зачистили. А, то есть просто надо было на первом этаже сюда попасть заранее. Ясно, все сразу стало мне понятно. Ну, ожидаемо, что здесь будет что-то новенькое. Спасибо. Тебе говорю, вот это вот картишки самое выгодное пока что. Так, эту дверь я помню, мы сюда идем. Идем сюда и попробуем сначала первый раз пройти. Может быть, это и есть та дверь, которая нам нужна, да. Вау, он даже кого-то бьет. Разве? Это тебе повезло, что я здесь оказался. Смотри, я нашел последний ингредиент. Сахарные дрожжи с хреном. Дрожжи с хреном? Еще ни одна наша встреча не обошлась без неприятностей. Здесь где-нибудь есть удобрение? Есть там, в шкафу. Видишь, мы почти все собрали. Принеси мак, и можно будет приготовить зелье. Ну понятно, где мак искать. Так, хпшки, хпшки. Зелье забери. Отлично, и мак. Наверняка это где-то в одном из этих проходов. Здесь мака нет. Скунсовая трава. Маковые зерна. Вот они. Это мак? И куда нам дальше? Мы что, забрали? Забрали. Я понял, этих просто надо убегать максимально, чтобы они меня не бесили. Здесь ничего нет, ничего нет. Ничего нет, ладно, погнали дальше. Удачи. О, здорово. В этом аппарате как раз можно приготовить зелье. Впрочем, ни на что другое он не годится. Как будто специально. Тебе нужно уходить, но не так, как ты пришла сюда. Иди через обсерваторию. Это звезда для твоего звездного часа. Она откроет тебе двери. А почему он может уменьшаться, когда он хочет, а я не могу уменьшаться, когда я хочу? Так, окей. Видимо, прошли мы этот уровень тоже. Обсерватория. Ну, ожидаемо, то, что он меня будет поджидать, сударь. Ты чё там, сердечко? Нам не то, чтобы оно сейчас нужно, не нужно вроде. Подожди, обсерватория. Эта дверь опять закрыта, значит, мы, в принципе, отсюда типа пришли. Обсерватория. Ну, кроме как... Вот этой двери у нас ничего нет, нас вот здесь и ждут как раз. Как ты меня дотянулась-то? А кто это такие вообще? А, обсерватория там наверху была, точно.
Отлично. Сердечко. Супер.